Одна из авиакомпаний Малайзии впервые в истории запустит авиарейсы, на которых не будет детей в возрасте до 12 лет. Авиаперевозчик запретил семьям с маленькими детьми покупать билеты на вторую палубу двухэтажных самолетов А380. Это решение связано с большим количеством жалоб от пассажиров, которые приобрели дорогие авиабилеты и не смогли уснуть из-за детского плача. Первый рейс состоится в начале июля по маршруту Куала-Лумпур-Лондон.